Нелегалы переклеивали этикетки на просроченное пиво. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех в гаражных боксах заводского района. На маленьком предприятии трудились иностранцы. Как выяснилось, у них нет регистрации и разрешения на работу. Из цеха было изъято более 9 тысяч бутылок. В настоящее время сотрудники иммиграционной службы устанавливают личности работников цеха. В отношении руководителя предприятия возбуждено административное производство. В 12:30 в ходе реализации оперативной информации ПУ ФСБ России по Саратовской области и Самарской области совместно с ГУ МВД РФ по Саратовской области, ФСКН по Саратовской области, ФМС по Саратовской области была получена информация, в ходе которой на территории улица Крымская, дом 3, выявлено помещение, где осуществлялась переклейка на пивной продукции сроков даты изготовления. Значит, дата изготовления на данного пива истекла 9 месяцев назад. По результатам осмотра мест происшествия, проведения проверочных мероприятий, будет принято дальнейшее решение о данном продукте. Задержано, значит, у нас 6 граждан Киргизии и Таджикистана.